Так, добрый день всем. Сколько это всего получил интересного. На них как видео не сниму. Значит, по поводу экшн-камеры. Все, вот она. Я сдался полностью, так сказать. Все подумал, проанализировал и пришел к такому выводу. Значит, на уток. Ну, как бы там буду записывать для себя видео, может быть, охот. Эта камера. Мне хватит одного аккумулятора на зайца. Что происходит? Первое, ну я сейчас на камеру снимаю. У меня были камеры, которые делали та-да-да. Было удобно. Аккумулятор сел, я достаю, меняю и все. Но если это та-да-да звучит в момент, когда я подкрадывался к лисице, то это будет не очень, так сказать. Хорошо, если это тогда будет звучать, когда там какой-то перспективный там ярочек с кустами, и мне тут вот заяц сидит натоптано, да, и мне надо сменить этот аккумулятор, и это, пока я его сменю, он у меня убежит, услышит, что я над ним остановился, и так далее. Это много можно приводить примеров, поэтому я все-таки решил выйти из положения раз и навсегда для себя. Да, следующее что? Заряжаешь аккумуляторы. Почему невыгодно их покупать отдельно? Хватит одного в комплекте. И один запасной вдруг реально накроется полностью. Заряжаешь одинаково. Один держит 30 минут. И камера вырубается. Другой держит 40 там, или 25. В зависимости от того, куда ты пошел. Ветер тебе навстречу. Он камеру твою заморозил. Либо в спину... Температура камеры меньше, либо аккумулятор так зарядился, я не знаю, заряжаешь одинаково, и потом после полной зарядки еще раз его подзаряжаешь, пока он еще раз не пройдет этот цикл. Поэтому это все надоело реально. И я заказал в Китае вот такие вещи. Заказал две, не знаю, вдруг накроется, вдруг сломается, вдруг что-нибудь еще. Заказал, значит, железные на резьбе. То есть я закрутил, туда уже исключено, что там что-то у меня отвалится, выскочит, или попадет какая-то влага, или что-то еще. Железо есть железо. Внутри у нас вот такая обычная штучка. И вот такой один аккумулятор. Для двух аккумуляторов у меня есть. Мы ездили даже там на море или куда-то еще. Мы подзаряжали телефоны и все остальное. Вот такая вещь на два вот таких аккумуляторах. Это мега вещь, реально. Я уже вам говорил. Вот. И вот такую маленькую я заказал для вот такого аккумулятора. То есть, вот теперь я его туда кидаю. Ага. Он очень плотно идет. Я так подозреваю, что я его туда сейчас поставлю. И назад я его не вытащу. Ну и бог с ним. Так. Этот аккумулятор заряжается. Сейчас я, подождите, закручу. Надо еще попасть. О! Вот такая вещь. И нам осталось ее проверить. Есть у меня шнурочек. Он в комплекте идет с камерой. Он вот такусенький. Вот такусенький. И где-то, кстати, и здесь он есть. Вот он, по-моему. И мне его хватит для зарядки. То есть я его возьму. Давайте проверим сейчас, зарядится ли наша камера. Пойдет ли зарядка. Мне интересно, потому что я их не проверял. Я вот камеру держу в руках. Да. Аккумулятор стал красным. Зарядка идет. Он засветился. Ну и, собственно, все. Вот эта штука вся. Просто тупо прикручивается изолентой вот сюда. То есть камера у нас вот в таком положении примерно. Она немножко изогнута, да? И вот здесь она у нас прикручена обычной изолентой. Либо она прикручена обычной изолентой вот здесь. И все. И она находится на голове, она не мешает. Ну да, вес как бы добавит тут грамм 100, наверное. И что мы имеем? Этого аккумулятора хватит на сутки подзарядки.
Это уже с фонаря проверенный, его хватает надолго. Камера у нас будет брать подзарядку, не будет вырубаться. Все моменты на охоте она заснимет. У меня в этом году было такие случаи, что, блин, я реально очень жалко, что моя камера это не засняла. Очень жалко. Почему? Потому что был выстрел очень далеко, и заяц упал. Был выстрел, когда два дерева, и вот он между деревьями уже на взлобке скрывается. Я его раз ударил, он упал. То есть, если бы у меня там патроны стреляли с какой-то задержкой, с плохой скоростью, заяц бы у меня ушел. Я бы его не накрыл. И были еще случаи, когда у меня либо камера вырубилась втихаря, либо у меня аккумулятор, флешка перестала записывать. То есть индикатор моргает и все, а записи нет. И потом приходилось доставать флешку, я уже говорил. И вот, поэтому вышли вот таким зарядным из положения. Все, я аккумулятор туда поставил, мне как бы еще идет аккумулятор. Ну, я буду этот использовать, подзаряжу. Надо будет, например, малому на планшет. Бывает, садится, ой, что-то взял, зарядил там или еще что-то. Вот маленький, удобный. На два аккумулятора, конечно, мощнее, но таскать на голове неудобно. Прикрутить можно куда угодно. Хоть сюда прям, я же говорю, хоть вот между, закрыть вот так. Он прямо ложится и лежит. Вот здесь изолентой мотнули, и вот здесь обычной, и все. И будет он висеть. Вплоть до вот сюда, до вот сюда, до вот сюда. До куда-то тут, может быть. В общем, тут уже сработает фантазия каждого. Но аккумулятор этот я прикручу. Может быть, даже вот на лесу поедем. Сейчас походка уже более-менее восстановится. Я уже поеду с таким аккумулятором. Он будет у меня здесь изолентой прикручен.